Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Семён. Сегодня я буду 24 часа делать прикольные, крутые тиктоки. Там будет монтаж, эффект и много чего интересного. В этом ролике мне будет помогать мой друг. Я буду себя снимать, мой друг, думаю, будет меня снимать. Короче, дорогие друзья, мой друг сказал пока отжиматься. Просто сказал отжиматься тупо и все. Ребята, это самое сложное вообще отжиматься. Жесть. В принципе, вроде все, да? Все. Фух, дорогие друзья. Я вроде. Жду сейчас мой друг мне принесет телефон. Блин, ну как думаете, что он может с этим вообще сделать? Не, ну по идее, что-то можно, как-то можно сейчас смонтировать. Ну, а сейчас его ждем. Я там в комнате сидит, монтирует все. О, все. Спасибо. Все, дорогие друзья, сейчас посмотрим, что у меня там получилось. Там будет монтаж, эффекты. Вот он, конечно, мастер. Это прям какая-то жесть. Он так круто все это смонтировал. Время-то всего лишь 30 минут пошлось. Это очень крутой тикток, надеюсь, вам понравилось. Ну что, дорогие друзья, погнали с вами ко второму тиктоку. Друг мне сказал просто пить вот эту воду, просто ее пить. Дальше, дорогие друзья, вот я немножко попил. Что ж там получилось? Блин, аж стрёмно представить. То есть, дорогие друзья, я там пью воду. То есть я пью воду, короче. Потом я из этого графина воду перелил и потом взял пустой графин, типа я выпил воду. Гениально, гениально. Погнали с вами, дорогие друзья, к третьему тиктоку. Короче, дорогие друзья, вот настроил уже камеру. Посмотрите, мне мой друг сказал вот положить, взять вот такую чашку, ставить ее на стол, засунуть в нее собачку. Накрыть эту собачку вот такой вот волшебной штучкой. Ну, для магии всякие. Мне нужно наколдовать. Короче, давайте все заново. Так, все. Короче, вы сами сейчас все увидите. Гениально, гениально. Вот вам настоящий прикольный тикток. Фух, дорогие друзья, я даже нифига и не выспался, в принципе. Мой друг тоже уже очень сильно спит, блин. Я хочу, вот, например, быть таким агрессивным, показать там агрессивность. Вот, например, как я там агрессивно буду ложиться спать. Ну, вот, сниму кучу агрессивных видео. Ну, вот, например, вот таких вот. И, в принципе, дорогие друзья... Тикток будет готов. Первое, это как я агрессивно прихожу домой. Просто как я агрессивно прихожу домой.
за камера? Ну, типа, дорогие друзья. На следующий кадр, это как я агрессивно снимаю с себя куртку. Блин. Ах, ты куртка. Как вам, прикольно получилось? Следующий кадр, как я агрессивно играю в телефон. Все. Теперь погнали с вами снимать, как я агрессивно чищу зубы. Погнали. Круто получилось, да? Теперь, как я агрессивно ложусь спать. Круто получилось, да? Теперь погнали, отдадим этот ТикТок моему другу и посмотрим, что у меня там получилось. Очень прямо интересно. Погнали! Что за камера? Ну, типа, дорогие друзья. Так, все, я только включаю. Блин. Молния заела. Батарейка села. Все. Щетка уже поломалась. Вау, ребят, вообще очень круто. Мой друг реально капец как постарался. ТикТок получился очень такой прикольный, типа такой агрессивный. Ууу, камеру, жестко, да? Не, ребят, ТикТок получился очень прикольный. И мне кажется, это соберет хорошие такие... Мой ТикТок взойдет, я думаю, взойдет на ТикТок. Спасибо другу. Спасибо. Вот. И погнали с вами к следующему ТикТоку. Следующий ТикТок, по моему мнению, вот такой. То есть я, типа, в телефоне смотрю прикольный видос, хаваю морковку, и когда мне заканчивается морковь, я раз-раз-раз, и тут появляется большая морковка. Какая вкусная морковка. Морковка закончилась. А, не проблема. Морковка! Класс! Сейчас мой друг будет это все монтировать. Получилось, мне кажется, очень даже прикольно. Так, друзья, ну вот, вроде мой друг мне все смонтировал. Погнали, посмотрим, что у меня там получилось. Какая вкусная морковка. Морковка закончилась. А, не проблема. Морковка! Класс! Не, ну это вообще получилось прикольно. Спасибо другу моему большое. Ну-ка, сколько время? Мне это все заняло очень много времени. Как раз 2-4 часа. А, лучше. С вами была Семен. Всем удачи. Всем пока.